на начало, если можно, прокомментируйте сегодняшний матч. Безобразно. Совершаем ошибки. Теряем на сильной линии шайбы много. Они использовали наши ошибки. Мы два раза удалились, два гола забили. Уверенно выглядели в стартовом игровом отрезке, но потом сбавили. Был неплохой, да. Я повторюсь, удаление и на своих ошибках на сильной линии теряли шайбы много. Они забивали, они ждали контратак. Как сейчас настроение в команде? Как настроение? Какое может быть настроение? Абсолютно никакого. Ничего. Разберем потом. Сейчас по горячему, что можно сказать. Просто извиниться перед болельщиками можно. Не знаю. Нет оправдания вообще.